Меня зовут Антонио Пойху. Одни называют меня знахарем, шаманом, а другие — колдуном. Сам я считаю себя посредником между мирами. Моя кровь священна. Я приехала издалека, Антонио. Меня послала Иссарина. Я здесь от ее имени. Елена в опасности. Наша священная кровь в опасности. Получается, демонов много? Их легион, Ольга. Легионы тьмы.